Маленькие жители 6 домов по коммунистической и Мустая-Карема рискуют остаться без детской площадки. На месте их городка хотят построить 4-этажный фитнес-центр. Жители близлежащих домов вышли на пикет. На сегодняшний день жильцы домов по коммунистической 49, 49-1, 51 и Мустая-Карема 6 пытаются отстоять свое право на детскую площадку, то есть на придомовую территорию. Эта детская площадка единственная на весь квартал. От коммунистической до Чернышевского больше детских площадок нет. Жители близлежащих домов можно считать призраками, потому что уже с конца 2009 года они не должны здесь жить. Дома находятся в аварийном состоянии. На момент строительства жильцов здесь не должно быть. Однако жильцов не расселили, а стройка началась. Пенсионерка Парантина прожила в этом дворе большую часть жизни. Сейчас у нее двухгодовалая внучка. Вот эту детскую площадку в скором времени собираются вообще уничтожить. И при этом нашим детям нет никакой альтернативы, ни других площадок, нигде. И вот эти наши все дома, они, получается, усадьба Поповых, да? И они представляют историческую ценность. Президент вообще запретил точечные постройки в исторической части города. Застройщиком является ООО «Экогород». Однако представители компании на пикет не пришли. Он не дает комментарии по этому вопросу. То есть звоните, не звоните, без разницы. А подрядчики от комментариев отказываются. Уберите, пожалуйста. Уберите, пожалуйста. Я не уполномочен давать комментарии. А ремонт уполномочен? Это нужно к заказчику обратиться, ООО «Экогород». Пока что у жильцов есть надежда отстоять свои права. Министерство культуры Республики Башкортостан обратилось к главе администрации городского округа город Уфа Ирику Ишмухаметовичу Елалову с официальным письмом о том, чтобы запретить строительство фитнес-центра в указанных кварталах по улицам Мустая-Карима, Коммунистической и Чернышевского. Алина Байказакова, Андрей Лосыгин, телеканал ЮТВ.